Добро пожаловать на программу «Рассвет пробуждения». Я ее ведущий Гермес Фалькао-младший. У меня к вам вопрос. Что в вашей жизни является преградой для того, чтобы вы могли дерзновенно течь в потоке помазания и проповедовать Евангелие? Может, вы хотели кому-то засвидетельствовать об Иисусе, но вас словно парализовало. Я верю, что сегодняшняя проповедь вдохновит вас в вашем хождении с Господом. Мы поговорим о том, что на земле поднимутся сыны Божьи. Через несколько секунд мы перенесемся в столицу Бразилии, в город Бразилия, где я проповедовал мощное послание о проявлении сынов Божьих. Бог желает поднять армию тех, кто будет провозглашать Евангелие по всему миру. Бог желает разрушить любую форму робости и боязни перед людьми. Его сыновья и дочери поднимутся в силе и дерзновении любви и явят миру Иисусу Христа. Библия говорит нам о том, что вся земля совокупно стонает и мучится. Они всем сердцем жаждут того, чтобы поднялись сыны и дочери Божьи. Я прошу вас оставаться с нами. В конце этой программы я хочу молиться о вас. Я верю, что Бог будет помазывать людей силой Святого Духа, чтобы вы могли проявить Иисуса на этой земле. Мир нуждается в верующих, таких как мы с вами, кто сделает шаг вперед и начнет возмещать о том, что Иисус живой сегодня и что Он любит вас. Итак, вы готовы? Мы переносимся в Бразилию, чтобы послушать проповедь. Вы входите на территорию чудес. Вы целиком и полностью зависите от Бога. Когда вы стоите в лодке, вы полагаетесь на лодку и чувствуете себя спокойно. Но делая шаг из нее, вам нужно довериться Иисусу. Полностью. И пока Петр смотрел на Иисуса, все было в порядке. Все было в порядке. Он ходил по воде, и это было чудо. Это было превосходным действием. Но кто такой Иисус? Он — Слово Божье. В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Кто такой Иисус? Он есть Слово Божье. И поэтому, пока взор Петра был направлен на Слово Божье, на обещание Божье, на то, что сказал Иисус, на то, что сказал Бог, в тот момент, когда его взор был направлен на Слово, он мог ходить в чудесах. Но в тот момент, когда Петр перевел свой взгляд на волны, он увидел, насколько сильно бушевал ветер вокруг, насколько сильно волны вокруг поднимались, и он испугался. Он перевел свой взгляд на Бога, на что-то еще. Он начал смотреть на обстоятельства. Он начал смотреть на ситуацию и в результате начал тонуть. В тот момент, когда ты отводишь свой взгляд от Слова Божьего, твоя духовная жизнь начинает идти ко дну. В
Но хотя бы Петру хватило ума правильно отреагировать на то, что он тонет. Он подумал: «О, я тону». Но надежда все еще есть. Иисус! Помоги мне! Иисус вытащил его из пучины морской. Кто-то скажет, Петр был слабым, потому что тут же начал тонуть. Однако он единственный из учеников, кто решился пойти по воде. А все остальные просто наблюдали. Бог поднимает сейчас поколение людей, которые будут ходить по воде. Они будут идти, держась свой взор на Слове. Они будут держаться Божьего обетования. И глаза будут устремлены на Божье обещание. Они не будут уповать на людей и на то, что могут сделать люди. Вы будете смотреть на вашего обеспечителя, будете смотреть на вашего целителя. Аллилуйя! Ваш взгляд будет устремлен на вашего защитника. Аллилуйя! И глядя на Иисуса, вы будете ходить в Божьих чудесах. Когда Бог призвал меня ездить к разным народам мира и проповедовать им Евангелие, это было где-то 11 лет назад. Он тогда приговорил ко мне, что я буду ездить по всему миру и проповедовать Евангелие. И я начал видеть себя в сновидениях, что я где-то в другой стране. Во снах я видел, что люди исцелялись. Я видел, что рядом со мной будет стоять переводчик. Я видел эти сны не потому, что переедал на ночь. Иногда на полный желудок нам снятся странные сны. Такие сны на английском называются «pizza dreams» — «сны после пиццы». Но то, что я видел, были не сны после пиццы. Это были пророческие сны. Бог проговорил ко мне: «Я хочу, чтобы ты вышел из лодки. Я помазал тебя, чтобы ты шел и начал делать это». Я подумал: «Но как я могу это делать? У меня ведь нет всего необходимого для этого». В то время я был очень молод. Я и сейчас молод. Я подумал: «Кто станет меня слушать?» Люди постарше будут смотреть на меня, как на ребенка. Вряд ли меня будут воспринимать. И, оглядываясь назад, я четко вижу руку Духа Святого. Я вижу руку Божью. Он вырвал меня с того места, где я находился, и направил меня служить в разные страны. На сегодня наше служение уже достигло более чем 35 разных стран. Мы лично послужили в разных странах в Азии, в Европе, на Среднем Востоке, в Центральной Америке, в Южной Америке, по всей Европе. Это можно сравнить с хождением по воде. Я помню, я однажды был в Форталезе, Бразилия, и в зале находился один пророк. Я не знал его, он не знал меня. И вдруг он говорит: «У меня есть для вас слово от Бога».
В этот момент мы не молились. Мы просто разговаривали. И он сказал: «У меня есть для вас слово. Хотите, я с вами поделюсь?» Я ответил: «Да, конечно, почему нет?» И он говорит: «Я вижу, как ваши программы транслируются по телевидению в Европе». Это меня очень удивило. Но я сказал: «Аминь». Он сказал: «Я вижу, что у вас будет своя собственная программа. Ее будут транслировать в Европе. Люди с телевидения позвонят вам. Не нужно говорить: «Ну, не знаю, я молюсь об этом». Просто идите и делайте. Служите Богу, и вы увидите, как все это произойдет. Я сказал: «Хорошо, аминь». Господь своими силами, я точно на это не способен. Я не представляю, как это произойдет. Но дело в том, что Бог не ограничен нашим представлением. Его не ограничивают наши собственные обстоятельства. Вы помните умножение пищи? Насыщение 5000 мужчин. Мальчик передал в руки Иисуса всего 5 буханок хлеба и 2 рыбки. По логике вещей, этого недостаточно. Но когда это попало в руки Иисуса, произошло сверхъестественное умножение. И затем, не прошло и месяца, я получил электронное письмо, в котором меня пригласили на собеседование на 7-й канал. Пастор Ян работает на этом канале, он в курсе. Ян, подними руку. Это было в 2011 году. Меня пригласили на собеседование. Я пошел, и собеседование прошло очень хорошо. И затем начали открывать многие двери Финляндии. Бог начал сопровождать мое служение чудесами. Когда я впервые попал в Финляндию в 2010 году, местные меня спрашивали: «Что вы здесь делаете?» Они говорили: «Кто только к нам не приезжал. Кто-то проповедовал хорошо, кто-то не очень. Через одного Бог действовал, а через другого нет». Но я решил, что я не буду ориентироваться на мнение людей. Я буду верить только тому, что говорит мне Библия. А Библия говорит, что Дух Святой во мне, что я помазан Богом для этого времени. Я ношу в себе силу Божью. Сила Божья на мне. Слово Божье неизменно. Оно одинаково сильное, что в Бразилии, что в Финляндии, что на Среднем Востоке, что в Израиле. Аллилуйя! На моем первом служении в Финляндии было всего 10 человек. Я понимаю, что это совсем немного. Конечно, от такого количества ты не очень-то и вдохновлен. Но я научился проповедовать как у аудитории из 5 человек, так и перед аудиторией в 1000 человек. Потому что наше вдохновение исходит из сердца, исходит из духа. Поэтому я точно так же от своего сердца проповедую, когда передо мной 10 человек. Аллилуйя! И даже когда в зале всего 10 человек, Бог спасает. Бог исцеляет. Но с тех пор Бог начал открывать все новые и новые двери. Меня пригласили на программу об исцелении. Она называлась «Вечер Святого Духа». До этого они записывали программы и только потом выходили в эфир. Но программа, на которую пригласили меня, выходила в прямом эфире. Esse é o primeiro culto das quintas-feiras nessa igreja.
Аллилуйя. И это была первая программа на португальском языке. Итак, в тот вечер мы вышли в прямой эфир, и я проповедовал в телевизионную камеру. Люди начали присылать нам свидетельства об исцелении во время телеэфира. Также исцелялись люди, которые сидели в студии. Присутствие Божье было осязаемым. И затем меня снова пригласили проповедовать на 7-м канале. После этого президент канала Марти позвонил мне и моему отцу и сказал: «Здесь, в Финляндии, многим нравитесь вы и ваши проповеди. Мы предлагаем вам сделать собственную программу». Тогда я вспомнил пророческое слово от Бога в свою жизнь. Это слово прозвучало всего за месяц до этого. У вас будет собственная программа в Европе. Не стану грузить вас деталями. Мы особо не знали, как это осуществить. Но Бог послал нам деньги. И мы купили целую студию. Мы инвестировали полученные средства в студию. Мы стали производить программы и посылать их на каналы. И вот уже 6 лет мы производим в Финляндии программы. Слава нашему Господу! Через эту программу люди принимают спасение от Бога. Но для этого нам нужно было сделать шаг из лодки. Выйти из нашей зоны комфорта. Послушайте, когда Библия говорит, что все творение совокупно станет и мучится до ныне, ожидая откровения сынов Божьих, это означает, что должны подняться сыны Божьи. Иногда встать и начать что-то делать означает покинуть зону комфорта. Мы встречаемся на пути с различными трудностями и вызовами. Трудностей немало. Но чем больше вызов, тем сильнее победа от Господа. Я услышу аминь. И затем открылась дверь в ТБН Россия. Я вообще этого не ожидал. Я поехал послужить в Беларусь. Это было 3 года назад. Там я проповедовал во многих церквях. Бог действовал очень мощно. Мы увидели удивительную силу Божью. Они рассказали о том, что происходит руководству канала ТБН «Россия». Они сказали: «У вас есть своя телепрограмма». Мы бы хотели ее увидеть. Я сказал: мы выходим на 7-м канале. Они сказали: мы тоже хотим транслировать ваши программы. Так открылась дверь в ТБН России. Это огромная телевизионная аудитория. Она охватывает 186 стран. Я подумал: «О Боже, это так много! Неужели все это правда?» Даже не верится. Но затем я приехал в их студию, и мы сделали программу в прямом эфире. Нам звонили люди из Австралии, из России и Украины, из самых разных стран. И на своем iPad я своими глазами видел имейлы, в которых люди присылали свои свидетельства об исцелении. Эти программы ТБН «Россия» выходят в эфир каждую неделю, и они транслируются в 186 странах. Каждую неделю.
В марте прошлого года мы с женой и моими родителями были в Иерусалиме. Нас пригласили туда послужить. И я был в восторге от того, что есть возможность послужить в Иерусалиме. Мы служили в студии. Это был молитвенный марафон. Послушайте, когда я начинал служить, делал первый шаг, мне в мысли не приходило, что все это будет происходить. Было столько вопросов, но как, когда и за какие средства? Господь, я на это не способен. Наверное, ты призвал не того человека. Я думал, что наверняка для этого есть кто-то лучше меня. Но Бог сказал, нет, это ты. Иди и начни это делать. Я призвал тебя для этого времени. Помните, что над вами рука Божья, и Он даст вам силы исполнить цель, которую Он задумал для вас прежде вашего рождения. Аллилуйя! И когда мы были в Иерусалиме, мы получали звонки из самых разных стран. В студии было мощное Божье помазание. Я помню звонок от одной женщины в Таджикистане. Я тогда даже не знал, что такая страна существует. Она сказала, что у нее рак. Эта программа шла в прямом эфире. На следующий день она должна была идти к своему онкологу. Она попросила за нее помолиться. И мы молились прямо там, в студии. Мы именем Господа Иисуса прокляли рак в ее теле. Мы высвободили слово «знание». Прошло 3 дня. Мы побывали в Назарете, на Галилейском море. Израиль прекрасен. Когда мы с женой уезжали домой, я сказал, я верю, что произошло много чудес, но мы не знаем точно, что произошло с теми людьми, за которых мы молились. И когда мы уже были в аэропорту, я решил проверить свою электронную почту. Я увидел во входящих письмо от ТБН. Я нажал, открыл письмо, Гермес, спасибо тебе, что ты приехал в Иерусалим. Это была сверхъестественная неделя. Мы побили все рекорды по количеству звонков в студию, а также по количеству чудес, произошедших в результате молитв. Слава нашему Господу! Хвала Христу! Аллилуйя! Бог исцелял онкологию. Бог исцелял проблемы со слухом и разного рода болезни. Но для этого кто-то должен был сделать шаг из лодки. Если ты хочешь видеть перемены в своей жизни, начни что-то делать по-другому. Измени свою жизнь. Если ты будешь стоять на месте и делать то, что делал всегда, то и результат будет такой, как и всегда. Мы снова в нашей студии. Я верю, что вы получили через это послание и поняли, что Бог желает, чтобы Его дети были смелыми и демонстрировали силу и власть Его Царства. Я хочу сейчас помолиться о вас. Я хочу помолиться о молодых людях и о тех, кто окружен людьми этого мира. Им нужно то, что есть у вас. Но вы спрашиваете себя, что я могу сделать,
чтобы явить им Иисуса? Как мне сделать шаг и начать проповедовать Евангелие? Я хочу помолиться о вас, чтобы Бог излил на вас свежее помазание Духа Святого, и чтобы из вашего сердца ушла всякая робость, чтобы от нее в вашем разуме и сердце не оставалось и следа, чтобы вы могли встать в силе Святого Духа и возвещать Евангелие. Помолимся вместе. Отец, во имя Иисуса я молюсь о каждом, кто сейчас смотрит эту программу. Я молюсь за каждого человека, кто желает, чтобы Ты его использовал. Пошли на них свежее помазание и силу Духа Святого. Пусть на них сойдет мощное дерзновение от Тебя, чтобы ушла всякая боязнь перед людьми, чтобы они перестали бояться того, что о них подумают, чтобы они поднялись в силе Твоей. И как говорит Твое Слово, все творение совокупно стонает и мучится, ожидая проявления сынов Божьих. Я молюсь, чтобы они проявляли Иисуса своей жизнью, и чтобы из их жизни ушло всякое угнетение, всякая болезнь и немощь, всякая депрессия и чувство ничтожности. Я разрушаю всякое угнетение и робость во имя Иисуса. Отец, помажь своих детей свежим елеем с неба. Пусть они ощутят на себе прямо сейчас Божье прикосновение. И пусть оно придаст им силы стать свидетелями Иисуса. Я молюсь во имя Иисуса, чтобы помазание Господа укрепило все тело Христа, чтобы они действовали в могущественном имени Иисуса. Коснись больных, освободи тех, кто в рабстве. Во славу Твою, во имя Иисуса, аминь. Оставайтесь с нами на связи. Нам нравится получать ваши свидетельства, комментарии и молитвенные просьбы. Мы любим вас. До встречи в следующей программе. We'll be right back.